Всем привет! И сегодня я хочу вам показать, сколько километров можно проехать на старом японском двухтактном скутере производства начала 2000-х годов, используя для этого всего лишь 1 литр топлива. Можете видеть, что бак абсолютно пустой, скутер даже не желает заводиться с электростартера. Поэтому открываем подсидельную емкость, достаем нашу заранее подготовленную литрушку бензина. Бензин, как можете видеть, абсолютно чистый, потому что старые технологии японцев позволяют заливать масло в отдельный маслобак, то есть размешивать бензин с маслом не требуется. Емкость бутылки 1 литр. Ну и, конечно же, по классике я пролюбил тот момент, когда надо было снимать заливку топлива, поэтому верьте на слово, весь литр ушел в бак. Можно видеть, что пролилось, наверное, грамм 30 топлива, поэтому полик вокруг бензобака немножечко мокрый, но на результат испытания это сильно не повлияет. Скутер находится в абсолютном стойке, 50-кубовый, ничего в нем не менялось, максимальная скорость под горочку с попутным ветром примерно 65 км в час, в среднем максималка составляет около 60 км в час, ну а мой вес без малого составляет 1 центнер. Если вы весите меньше, либо ваш скутер едет медленнее, конечно же, у вас расход топлива будет еще немножечко меньше, обязательно это учитывайте. Я думал, это горный обвал. Самоубийцы. А может, им так нравится? Ну и, собственно, все. Бензин закончился. На 1 литре мне удалось проехать 28,3 километра. Или, проще говоря, расход составил 3,53 литра на 100 километров пути. С учетом того, что японцы заявляют 2,5 литра на 100 километров пути. Правда, оговариваются, что скорость при этом должна быть не более 40 километров в час.